Телеграм-канале. Меня зовут Андрей. Сейчас краткий обзор первого нашего жилища на Шри-Ланке. То есть это такой гестхаус, маленький отель на 4-5 комнат. Называется Вилла 49. Вилла 49. Располагается она вообще в самом центре Хикадувы. Вот там вот находится Гали-роуд, главная дорога. Всего лишь в 200 метрах. Далее там море, правда, там не совсем нормальный пляж, но тем не менее до всего близко. И этот отель очень рекомендуем для короткой остановки на 1-2 дня, чтобы там снять байк, познакомиться с инфраструктурой и так далее. На 1-2 часа. Вот так вот выглядит холл. Вот. Здесь вот холл. Выглядит таким вот образом. Телевизор и мини-кухня. Мини-кухня оборудована всей посудой, всей бытовой техникой, даже есть стиральная машинка. Вот, здесь вот наша комната, мы уже сегодня не ночевали, но уже здесь сделали уборку и нас типа выселили. Вот. Комната очень маленькая, но есть кондиционер и вентилятор, все работает. Такая вот ванна. Туалет, горячая вода есть, раковина, постельное белье и полотенце. Больше, в принципе, здесь ничего нет. То есть вот такая вот комната, очень маленькая. Как бы было первое впечатление, куда мы попали, но в итоге потом, в принципе, очень хорошо. Нам все понравилось. Для 1-2 дня очень даже хорошо. Здесь вот есть большой холодильник для гостей. Ну, то есть все очень классно вообще. Wi-Fi плохой, поэтому на Wi-Fi не рассчитывайте, сразу покупайте местную симку. Телефон не берет? Телефон, да, тоже плохо почему-то берет. Хач, вот, например, не особо хорошо. Вот, то есть, в принципе, вот такой вот маленький семейный отель. Так что всем рекомендуем, то на короткое время останавливается. Номер с кондиционером стоит около $20. Мы платили по 20. Если просто с вентилятором, то несколько дешевле. Так что, ну, здесь до всего близко. Легко поймать тук-тук, легко купить сим-карты. То есть вся инфраструктура здесь есть. Отель Вилла 49 находится в самом центре Хикадувы. То есть вот ее точка. Вот здесь располагается отель Вилла 49. Это самый центр Хикадувы. Отель располагается буквально в 300-400 метров от автобусной станции. И далее вот здесь находится железнодорожная станция, где-то в 600-700 метров. Рядом с отелем, между отелем и Гали-роуд проходит железная дорога, где-то вот здесь. Но, в принципе, когда спишь, особо шума поездов не слышно, как в некоторых отелях или в каких-то гестхаусах. Идти до Гали-роуд буквально 200 метров. Но здесь располагается не самый лучший пляж. Здесь находится порт, потому что недалеко. Лучшие пляжи Хикадувы, они располагаются где-то вот в районе Цитруса, чуть ближе и чуть дальше от него. Бронировал отель я на booking.com. Вот называется Villa Hotel Best Хикадува. Описание, конечно, отеля немного не соответствует. То, что здесь написано, что в номере, который, например, я заказывал, была мини-кухня, телевизор с плоским экраном. На самом деле ничего этого нет. Номер вы видели, он все очень простой. Но есть как бы общая зона, вот кухня, которая вот видна на фотографии. Кухня достаточно большая, функциональная. В ней много посуды, холодильник и так далее. То есть все для пользования гостей. И около этой кухни находится большой холл с телевизором. Отель идеально подходит для того, чтобы здесь перекантоваться 1-2-3 дня, для того, чтобы познакомиться с инфраструктурой, там снять в аренду байк и спланировать какое-то свое дальнейшее путешествие. Очень удобно приезжать с аэропорта на автобусе или на поезде, потому что bus station и железнодорожные станции находятся прямо вот близко-близко в пешей доступности. Также находится рядом и Gully Road. Когда вы выходите на Гали-роуд, на противоположной стороне есть Wine Market, который самый дешевый, где не берут за кул-сервис. Cool
то есть не берут деньги за охлаждение там пива или каких-то других напитков алкогольных. И там же располагается палатка, такая красная вывеска Huawei, где можно купить сим-карту различных операторов связи. Надеюсь, мое видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.